Салливан, ответь! Нейт! Ответь, Нейт! Да, бесполезно. Сигнал не проходит. Что тут у них произошло? Это, наверное, машинный зал. Какой-то сегодня на редкость паршивый денек. О, ясно. До них добрались эти твари. Как отсюда выбраться?
охотится за мной во тьме. На золоте Эльдорадо лежит страшное проклятие. Испанцы выпустили зло и превратились в демонов. Моя команда погибла. Я несу бремя в одиночку. Корабли не покинут остров. Я уничтожил их все и затопил проклятый город. Великое зло не должно покинуть эти берега. Предсмертный час я посвящаю душу Господу. Да пощадит он это несчастное место. Фрэнсис Дрейк. Господи. О, нет, ну опять. Слышишь? Слышу, слышу, козел. О, на той стороне нет микрофона. Какая жалость. Эй, уходи оттуда! Елена, не трогайте ее! Наварро, если ты не можешь удержать на месте хрупкую девушку... Это больше не повторится. Поверь. Прошу прощения. Нас прервали. Я хотел только поблагодарить, ведь ты привел нас к Эльдорадо. Конечно. О, надеюсь, ты не против. Чтобы мисс Фишер пока осталась с нами. Чтобы вы с партнером не вздумали... предпринять что-нибудь творческое. Прощай, Нейт. Было весело. Улыбайся, гнида, скоро увидимся. Что ж такое? Эй!
Салли, ты там? Черт. Салли, ответь! Слава богу, Нейт! Где ты? Иду к тебе. У них Елена. Надо что-то делать. У меня у самого проблемы. Я возле церкви. Эти гады меня окружили. Я уже рядом. Ну, кровожадные ублюдки. Вижу. Надо их остановить. Они не знают, во что лезут. О чем ты? Не знаю как, но эта статуя уничтожила целую колонию. И немцев тоже она убила. Что-что? Не понял. Нет времени. Надо добраться до церкви. И здесь эти гады! Не лезь, Салли!
Готово. Должен быть тайный проход под алтарем. Вот так. Дрейк не собирался забирать сокровища с острова. Он хотел помешать его увести. Что? Оно типа проклято. Нейт, я тебя умоляю. Я знаю, звучит как бред. Просто поверь мне. Понять, что я всегда ко всему подготовлен. Бросайте оружие. Вон туда. Не геройствуйте, прошу. А не то я ее убью. Хорошо. Так, а теперь подождите. Сейчас мы к вам вернемся. Великолепно. Такая тонкая работа. Я еще ничего подобного не видел. Это лишь оболочка. Настоящее сокровище Эльдорадо лежит внутри. Ха-ха, открывай! Ты не знаешь, что делаешь? Нет! Я единственный на этом острове, кто знает, что делает! Каргеля статуа! Видадо! Вы просто жалки! Вы все гоняетесь за своими никчемными сокровищами! А представь, сколько за это можно выручить у нужных людей! Левантово! Левантово! Это что такое? Господи! Спасайся! Это что еще за твари? Салли, это испанцы. Те самые испанцы. Господи! Если это увести с острова... Останови его. Я тебя прикрою. Помогите!
негде прятаться. Елена! Черт, ну что еще? Да, спасли мир, победили зло. Так, рутина. Да ну. Только жаль, что уходим с пустыми руками. А я, знаешь, все-таки кое-что с собой прихватила. Вот. Подумала, тебе пригодится. Спасибо. Ага. У вас, ребята, странное представление о романтике. Салли! Ух ты, паршиво выглядишь. Ты остальных не видел. Я лодку добыл. А у нас уже есть лодка. Да, большая. Мне это больше нравится. Салли, чертяка, я тебя обожаю. Позаимствовал это добро у парочки мертвых пиратов. Жаль, что ты осталась без сюжета. Ну, ничего, будут и другие сюжеты. Но за тобой должок. За мной не заржавеет.